Победитель конкурса «Воспитатель года 2016» Фадеева Юлия! После этих слов победительница городского конкурса «Воспитатель года 2016» немного растерялась. Теперь Юлия Фадеева официально лучшая из лучших. В ее победу верили коллеги, воспитанники и близкие. Педагогическому стажу Юлии Фадеевой 8 лет. Она трудится в детском саду номер 19. Воспитатель средней группы старается общаться с малышами на равных, быть им прежде всего другом. Я разная. Я очень добрая, веселая, но все-таки считаю, что нужно быть и строгой во многих случаях. Нужно хотеть подобрать этот ключ к душе каждого ребенка. И я стараюсь это сделать. Мне нравится работать с детьми. Второе место на городском конкурсе «Воспитатель года 2016» заняла Инна Медведева, учитель-логопед детского сада номер 4. Диплом третьей степени вручили Марии Первушкиной, педагогу 11-го комбината. На торжественной церемонии много теплых слов звучало не только в адрес конкурсанток, но и всех работников дошкольных учреждений. У нас любой сад – это коллектив дружный, это семья, это то место, куда своего ребенка мы можем отдать спокойно, зная, что его и приголубят, и научат. А судя по тому, какие сейчас вы бравые, молодцы, и чему вы учите наших детей, это просто образование уже наряду с вузовским. Перед дошкольниками сейчас стоит все больше и больше задач. И мы стараемся изо всех сил этим высоким целям соответствовать. Нам можно похвастаться тем, что мы многое видели, многое изучили. Многое знаем, но вот душа дошкольного образования, она, безусловно, в России и, безусловно, в нашем городе. И это не просто слова. Зареченские дошколята очень часто удивляют гостей из других городов своими талантами и способностями. В времени Юлии Фадеевой, победительнице городского конкурса «Воспитатель года 2016», предстоит участие в областном этапе. Зареченский опыт дошкольного образования она представит перед коллегами Сурского края. Наталья Елистратова, Светлана Гордеева, телерадиокомпания «Заречный».